Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сейчас показать кое-что вам. Да, и прошу также не осуждать, не считать нас живодерами. Мы этих белочек не мучаем. Сейчас покажу вам. Вот, целое утро пытался забраться. Не думайте, что он очень страдает. Мы вот на эту платформочку наложили, намазали арахисового масла, наложили 4 ореха двойных арахисовых и зефир. И вот он это все скушал, но поскольку он нажал на эту платформочку, дверка закрылась. Что мы делаем? Мы их не мучаем. Он просто отправится сейчас жить в другое место. Потому что мы делаем это с прошлого года. Мы значительно уменьшили поголовье белок, живущих здесь, поверьте. И видите, какой он недовольный, что я его снимаю. Но что делать, поскольку у меня там персики, и я стараюсь их уберечь как только могу, потому что эти приходят и жуют, и надкусывают, когда они еще зеленые, каждый абсолютно фрукт. Вот, поэтому мы их просто переселяем. И у них достаточно корма летом в других районах. И мы стараемся там где-то в парк. Есть парк такой, там ручеёк бежит. То есть у них и водичка там есть, все на свете. Им там даже еще будет лучше, чем у нас здесь, в нашем микрорайоне. Вот. Ну вот, такая наша охота на белок. Я как-то упоминала, вам показываю. И еще раз говорю, не считайте нас живодерами. Он просто покушал хорошо, сейчас временно там посидит, он уже у нас в багажнике. Муж сейчас выйдет и повезет его в новую местность. Вот и все. Ну, такая вот воскресная тема. Может быть, кому-то не понравится, но уж простите. Я устала с ними бороться. Американские белки наглые. Они просто как те самые хазары, там монголо-татары. Они нападают и все портят. Они очень-очень много приносят вреда моему саду. А здесь все так трудно растет. И не так много уж сажаешь. И хочется, конечно, получить. Ну вот... Из этого исходя всего, и я вам говорю, я здесь уже давно, они давным-давно меня мучают. Кстати, мой кот перепрыгнул, не уловила, как он перепрыгнул через калитку. Ну, привет, Пушок, привет, привет, чё мяукаешь? Привет, моя киса. Хороших вам выходных, ну, до свидания.